Вот начинается наше путешествие к мастеру по инструментам Кромат. Вот. Сейчас мы. Ребята берут машину в аренду. Мы зарезервировали машину, но оказалось, что в воскресенье работает только до часу контора, которая выдает эти машины. И мы опоздали на 15 минут. Потому что сегодня еще перевели время в Германии. То есть мы выехали в 9, как планировали, но это оказалось уже 10 по-немецки. И мы опоздали на 15 минут. В итоге за это нас оштрафовали на 50 евро. То есть перевели нашу машину в другую точку. Но и сумму, которую ребята оплатили уже, вернется только половина. То есть 100 евро было оплачено. Вот в Европкаре берем машину и вперед. Что надо двигать? 2 часа уже, да? Мы взяли машину. Ты сфоткаешь, машину вошли. Да, Юра нас привез. Помог. Что бы мы без него делали? Разобраться с местными. Что фотографируешь? Фотоотчет! Вот машинка. Надо ее всю снять, чтобы она была не побитая, не поцарапана. Диски, Володька, диски сними. Подожди, Володь, не ломай. Крутые диски. Не, вот это оставь погромче, сделай. И все. Клади ее сюда. Прямо. Давай я буду смотреть. Не надо. Не надо. Так, мы выехали. Opel Corsa. Небольшая машина, но мы вошли. Кушаем кебаб с айраном. Недорого и вкусно. Тащили стол оттуда вот на солнышко. Стоял он там вот, где мужчина ходит. Мы сели на солнышко, потому что в самом баре нету места. А нам хотелось, чтобы тепло было. Кебаб в Германии всегда прекрасного качества и недорого. Ой, сори. Ой. Итак. Мы приехали. И вон оно. Ставь Ханс точку. Кромат. Точку ставь. А что, ну так понятно. Все. Я поставлю. Ты мой? Да. Спасибо. Багажник у Opel только на 3 тромбона рассчитан. Идеально. Так. Вот и Кромат. Определили по вот этим трубам. Ну и соответственно Банхофштрассе 11. Деревушка Виллис. Или как-то Виллас какой-то. Ханс Кромат. Мы Все разыгрываются в преддверии. Мастерская. Где работает?
Здесь рождаются здесь тромбоны. Грома. Да. Порядок. Это хорошо. You have many villages. Yeah. I'm very like this one. We bought that trombones, the 23, and it was like the same thing. Like for us, yeah. It's too big. It's too big. I understand. For our, yeah, playing or yeah. What we are used to. Yeah. This is without the brace. Uh-huh. A bit more the like the resistance that give the okay. I'm more in the beginning than let's try here. Slide. Yeah, yeah, the thing is that for now that the yeah. Okay. Yeah.
что, как тебе больше нравилась та? Да. Этот больше свободный маленько, да? Да. Но центра меньше. Меньше центра, вот этот, да. Интересней в плане того, что... Try again, yeah. Yeah. Он какой-то больше фри, мягкий звук, да, да, такой, но немножко, да, да, привыкли мы немножко к другому, да? Да, сразу. Попробуй сравни теперь кварты разные. Хагман, Хагман. Вот, Жерар, вот это вот на Верди тромбон. Now we are playing. We are playing Verdi Requiem. Да. And actually it was played in the period with the like trombone. I have one. Под столом лежит что-то странное. I have king. With the piston. Hans, what is it? It's Helicon. Ah, Helicon. You know. Yeah. Helicon, I know. But it's a terrible instrument. It's complete out of tune. Often. Yeah. It's from Czechoslovakia, from Amati. Amati. But it's I think it's developed 120 years ago, and they never did anything to make it better. it's like new. Yeah. The shape is like new. No. Question, because I see that there is a German traditional romantic trombone, or it's from Sachsen. Uh-huh. You know what I mean? Romantic is a like I mean from the from the late later. Yeah, I mean from the period of Wagner, for example. Yeah. Because now we in 1 year or something like this we have to play фантастический чехол Дак называется. Тристан из Олда. Очень мало. Теодор, he wants оркестр, we play with the instruments from that. Меньше всех. So and I was just trying to share the instrument like I don't know in the Gruspe or you know these old trombones, but it's difficult to find the these instruments and I don't know. Это Хагман. Ну что, тебе та больше нравилась, да? Так как этот там больше конкретно. Сразу много. Много, да? Очень ярко.
хороший, конечно, но... Тихо, не можешь, да? Да, если ты хочешь... Не работает? Я не знаю как. The thing is that for me this is very open, very free. Yeah. But if I want to play like soft and with the sound more like small, it's difficult. Yeah. Попробуй для интереса что-то тихо. What I told you. Yeah. It's like there's not enough resistance. Yeah, like to make it small and soft. Right. This is ready. And in our orchestra, the conductor, the piano that he asks is like something really crazy. Yeah. Да, вот это ре. Пу. Сейчас вы же с этим играете. Ну, сразу... Да, очень. Но ты знаешь, звук очень... Сразу. Да. Пау. Но... Сразу есть даже тихо, тихо, есть это. Но если хочешь делать как more concentrated звук, like more. Не, да. Как маленький тромбон, здесь я не могу. It was what you said about to play like with a small instrument to get this. Yeah. With this one, I mean, with this. With this wall, no chance. No, I mean, no chance. No chance. Сломал? Yeah. Can we change? Ah, okay. Yeah. Yeah. So yeah. This is the large. Вот это самое. Ощущение. Странно. Мне вот.
Да, мне тоже тот больше нравится. And the, about the slides, yeah. There is like a... Сейчас будем пробовать разные лид-пайпы. Раструб с маленьким кранцем меньше понравился. Вот этот мы ставили только что. Раструб с маленьким кранцем. Крон понравился. Перегородкой больше центра. Сейчас попробуем разные лип-пайпы. Ну, возможно, еще кулисы попробовать. Может, попробовать. Или тебе, Жерар, больше понравилось это дуал? Ты пробовал обычный? Да, дуал больше. Это длиннее, да? Mm-hmm. Is it... Longer. The other one I like it more. Okay. So we go back to the first. Mm-hmm. Just to check it. Это, кстати, интересно, да? First, yeah? А, который ты до этого брал, да? Первый. Она, да, хорошая. Thank you.
It sounds very complete, if you know what I mean. Yeah, I think it is always in every register, it's, yeah, it's the same sound quality. Yeah. Да, да, the это слышно. Лучше, да? Да? Та лучше. Да. Это серебряное, что ли? Это тоже неплохая. Не она, да? Попробуй вот его. Мне что-то не понравилось. Ты пробовал? Когда? Ну, сразу же, как пришел, попробовал. На своем тромбоне? Ну, не знаю, я попробую сейчас определюсь с тромбонами, я тебе сыграю, услышу. Давай. Мне вот с турками еще надо разобраться. Сейчас мы его к тебе отпустим. Не, мне надо, чтобы вы пришли еще. Поменьше? Они у них все одинаковые. Пойду я возьму, конечно, вот этот попробую. Они разные просто, они но, разные, но да, очень похожие. Это this sound with my trombone, it sounds like very matte. I don't know how to say. German matte. Yeah. Matte. So not so. Yeah, but somehow it is. Not so brilliant. No brilliant. Yeah. But somehow it's something that I in the orchestra also want to be too matte like. Yeah. So it's something that. We need to. Well, I think it's interesting for us to have also this matte sound. Okay. Yeah. And then, but which possibilities with your instrument could make this to get this a little bit more
Mat. Mat. Okay, which we try. Yeah. But if you play loud with this, yeah, it's for me aggressive or yeah, okay, very aggressive, very very hard. Он надел вот такое колечко налипай, вообще другой звук. А ну-ка давай. Маленький секрет. Мне без нее больше, да? Нравится, да. Но он стал более матовый, как ты хотел. Слушай, меняется очень сильно. Ты как чувствуешь? Как чувствуешь? Разница есть большая? Но там делает звук чуть-чуть больше, как да. Концентрирует, да? Не, он, концентрирует. Он, я не понимаю, он как бы этот становится звонче сразу. Да, блин, да, а этот сразу как маленько закрывает, но появляется как-то больше это, ну не знаю, пустота или не знаю, кто в звуке вот такой, знаешь, не понимаю я сам. Ну интересно, тут просто 3 грамма металла, 5 грамм. Меньше, да? Вау. Это очень странно. So, what other tricks you... Что еще можно... We can try it for a moment. Он добавил вот эту перемычечку. Вот эта перемычка изменила звук. Да, центра больше берем. Возьми сейчас на своем сыграй. Пам-пам-пам, то же самое. Для... А, о, еще другая. Сейчас
Сейчас больше похоже на твой да, тромбон. Но ощущение другое, да. Нет, другая. Но мне не нравится. Потому вот. Что сразу я ты да, чувствуешь, да, вот да, это? Да, чувствую, что есть. Каждая нота тяжелее да, стала, но, да? Новое. Да. With the, with both things, yeah, it's too much. Only with this, I like it. Yeah. But with I understand. Yeah, it's too much. It's too much. Yeah. But it's interesting, you know. Yeah, very interesting. How is how change completely yeah. some of the instruments. Yeah. We should try a little piece of brass. Okay. Yeah, yeah. I can. But how you can put can, it like with it, a tape? With tape, right? Uh-huh. Just to see how it works. Okay. For you. Okay. Это можно снять тогда? Может only убрать? With maybe, yeah. Эксперименты продолжаются. Where did you play in Köln? The Köln Philharmonie? Рекки, Берлин Рекки. Köln Philharmonie, yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Очень хороший, very good hall. Yeah. Ну что? Golden Rabbit, с ней, да. Вот без, это? Yeah, и вот без это? Это, да. No. И без это. И без это. Или это поменьше, но я думаю, что это не просто не обязательно, это. Да? Да. I like more when yeah. here than... Давай еще раз поставим ту назад. Поиграешь, ну, чтобы и вот это снимем. Ну, назад. То сейчас мы сейчас вот это поставим. Uh-huh. Так еще поиграй, маленько, чуть-чуть. И потом он это отклеит. Вот это, uh-huh. Чтобы, ну... понять да. Именно сейчас вот что она поменяет вот mm-hmm. в этой комбинации. Чувствуется, что есть немножко... Но звук хороший. Звук, да, звучит хорошо, но чувствуется, что маленько, как да, будто... Но... чуть да. да, тебе работать надо больше, получается, да. с ним. Да.
Клёвый вариант. Ну да, это есть такое, но немножко ну, есть... Я ничего сделаю. А сделай громче еще, ну, если ты что-то делаешь. Понимаешь? Я понимаю, про что ты говоришь, что легко, да, делать так. Это. Но ты, когда ничего не делаешь, это уже звучит агрессивно. Для меня, я вот слушаю со стороны. Да, вот когда ты маленько форте играешь. Вот так нормально? Чуть-чуть дольше. Но на оркестре мы никогда играем больше, чем это. Ну. Конечно, или играем как... Нет, сыграй Чайковского. Играй фа до си си. Чем это играем на оркестре? Ну, да, конечно, можем, не, но мы... это не, я думаю, что не надо. Сыграй, чтобы звучало как там, но имеется в виду по нюансу. Ну, потому что ты сейчас играл так же, как на том. Нет, ощущение. Я сделал ощущение так же. То есть дул так же? Я сделал как делал то же самое как нюанс. Я сделал как два раза побольше. Да? Да. Ну звучит здесь тише, чем там. Потому что я не могу так играть так громко. Как на том, да? Звук, ты знаешь, красивый, в принципе, да, то есть получается, не ты делаешь, ты сейчас делал много, да, то есть, да. Это, как, если на этом, это нам тебя дороже точно скажет, да. Да, а на этом он, и при этом он звучит качественно, ну, он красивый звук, да, то есть, этот, он легко переходит в, легко, свой еще раз. Я думаю, что тебе надо еще раз попробовать вот этот, если как бы для большого нюанса не хочешь, да? Yeah.
написано. Нравится, чем дуалборд. Это меньше, вот, да? Это одинаковая, получается, две одинаковые трубки здесь. Это дуал. Сейчас. Поэтому я его спросил, если есть. Если меньше, да? Клювиса, как чуть-чуть. А давай попробуем нашу поставить тоже. Я думаю, что нет. А, такая клювиса здесь. Для интереса. Что изменится? Мне это больше нравится. Белую кулису не понравилось. Мы поставили, она не очень работает. Ты сделай вон раз тут на этот, на. Давай сделаем. Это дуал, но она шире. Смотри, это, насколько. Это дуал. Это тоже дуал, но она у нее же, да, расстояние другое. Ага. И это. И что, закрутилась гайка? Нет. Ну ладно. О, оно? Лучше. А строй? Проверь сейчас, ре, может быть, низкое будет. Чуть-чуть странная. Странная, да, комбинация? Но идея в ту сторону, да? Ну, вот это ощущение. Другое, да? Да. Ну, понятно. Вот этот, конечно, очень хороший инструмент, но. А подожди, я попробую эту кулису поставить на свой раструб. Для уже добьем до конца. Войдет она, нет? О, ну так. Нормально. Ой. Рамбани. Нет. Вообще не работает, да? А твоя кулиса на том раструбе работает. Ну, она делает какие-то вещи странными, да? Да, но сам звук, да? Фантастические футляры DAC. Вот. Очень компактный футляр, классно сделанный. Ценник, конечно, на них не маленький, но очень клевый. Где-то что-то не закручено. Намного лучше на саде. Да, вообще другое. А со своим сравни. Да, сейчас. Теперь, ну, вижу, что они оба клевые. Тут немножко как бы дуть чуть-чуть по-разному, отвечает хорошо и тот, и этот поярче чуть-чуть звучит, мне кажется. Он конкретнее маленько. А
систему разную, эту и немецкую. И две трубочки еще. Вот сейчас сначала трубочку покажу. Липай. Second. Липай. Yeah. Yeah. Потом кулису. Кулису уже выбрали, да, хотя тоже покажу. Это вот липай. Они размер одинаковый, но одна серебряная, одна медная. Это серебряная. Мне она почему-то больше лежит. Ну. Так, слепаем. Это лучше, теперь да. Кулиса, да. Смотрите. Кулиса. Ага, ага. Слайд. Просто мне сначала вот это понравилось, а потом уже... Угу. Так что, сейчас посмотрите. Яркая такая и прямолинейная. Вот так. Но она уже звучит. Она поуже, но прямолинейная, прямая такая. Да. Да? Ну вот. Давай вот ту еще. С кулисой определились, правильно? И слепая там тоже. Ну подожди, ага. Ты сейчас сыграй еще раз, как определились? Еще же непонятно. Нет, ну я уже забыл, сыграю. Как первая звучала. Сейчас услышишь, она будет более мягкая. Более мягкая. И, как сказать... Держит, как бы, мне кажется, такое впечатление, что звучит. Видишь, лучше. Если ты в эту кулису вставишь другую липай, будет другое ощущение. Да, так я же выбирал липай под кулису. Лучше. Да, меня, да, да. Так, с этим мы определились. Теперь смотри, система. Это, Bells. Bells. А это какой, красный растут? Это Gold Brass, да? Gold Brass, right. А это? Это просто желтый. Вот мне он понравился тоже. Из всех вот два. Ну вот он сказал, что вот этот тебе лучше. И я как бы чувствую, он мягче чуть-чуть звучит. Это больше к американскому такой саунд, как бах, знаешь, такой, да. Тяжелый, красивый, но. Но да, надо работать. Ну не то что много, но. Нет, кондово маленько звучит. Да. Yes, system. Традиция. System. Очень легко традиция. И вот сейчас систему. Вот это и другая. Услышите, разница будет колоссальная. Ну не то, что, ну процентов 50 разница будет. Ну кому что нравится. Вот мне понравилось почему-то это. Она, не буду говорить почему, но сейчас услышите. Может быть вам как раз наоборот понравится другая. Система. Вот звучать как да. Будет. Отходи туда же. Отходи подальше. Да. Володя начинает. Это вот система другая. А что-нибудь еще поиграть? Ты мало сильно играешь. Сейчас. Вот какие-нибудь там радара свои вот по бульканье. Ну, она матовее, конечно, звучит в моем понимании. Вот это, да. В итоге я выбрал такую комбинацию, мне понравилось, с ротором, обычный желтый крон с перегородкой, вот здесь вот он поставил еще одну дополнительную перегородку, но я не понял, лучше с ней или хуже. Растер с большим кранцем мне понравился. Который, это 22-й, да? 22. Да. Брал. Ну, то есть, как бы, на столе у тебя лежит все вот здесь, ты сам бросил.
Вот. Жерар, а спросить у него можно? Ну вот мне вот без этой штучки, по-моему, больше нравится. Сейчас я сниму ее. Вот комбинация. Ой, вот мой тромбон. Моя тромба. Это трое Жерара. А? Когда он напишет нам бумагу, то сколько это стоит? Вот этот раструб у Жерара значительно интереснее, мне нравится. То есть надо будет взять по внутренним ощущениям. Кляру, мне вот такой пришел. Maybe на почту. Or you can send me email with the description of this. Здесь. Ну, другая кулиса американская. Снял. Мне белый нравится. Вот эту штучку, которая здесь стояла, перегородка.
Ну, черный, конечно, и белый хороший. Так, сейчас я еще. Это получается вот эта секция, обычная немецкая секция, американская кулиса и раструб с маленьким кранцем. Надо попробовать дуал кулису поставить. Тоже ничего? Не? Нормально. Да. Как-то этот мне уже кажется, что тяжелый. Такой, который я до этого собрал. У этой вот... Вот этот почему-то тяжелый, может быть из-за этого, или то, что... Да, потому что сейчас мы попробуем инструмент на мало времени для службы, да. надо время. Ну просто понять. Или дуал? No, это нормал. Нормал, да? Этот же раструб с этой же секцией на дуалборде. Да. И... Чуть-чуть. Да, сложно.
tape. Сейчас очень похоже на то, что у Ильи. Илья, Клеч. Лейц. Вот то, что мы пробовали. Не, лейц. Лейц, это, да. Лейц. Он легкий, и он держит при этом очень хорошо. Ну, артикуляция чуть-чуть, да, хуже стала. Но я не могу понять, почему. То есть, думаешь, раструб, да? Да. Ты меня раструб, и сразу артикуляция как... Да? Да. Should be no difference. Mm. Same material, but sometimes. Сейчас вот это колечко одел, но вот тут еще другой звук. Не такой на середине, а как у нас, ну может быть не как двое, да, у тебя, потому что похоже, да, но как... мой большой, но как двое, да, то, может быть как, два, да? Да.
жалко, что нет попробовать средний, да. Да. Потому что мне здесь все нравится, но вот чуть-чуть тяжелый. А как сделать легче, я не знаю. Да. То есть он не то, что тяжелый, но... Something like with the ring in the middle, because with that one, this one is like a bit different, yeah. And we like more this one, but maybe it is a bit too heavy. Yeah. So something between. No problem. Yeah. Ну а как это попробовать, как оно будет? Надо же понять. Yeah, если заказывать, можно, допустим, чтобы он сделал два вот такой же, ну может быть чуть-чуть меньше, вот не. Little bit. Yeah, yeah. So, и middle. Mm-hmm. No. И как попробовать? Can we try this? For example, if we are at the end, we say, okay, we want this instrument and that, but we need to try this thing. So how can we try this with the a bit less and then the middle? Yeah, different rings. So is in a. Пока, Ханс. Не прошло и
Не прошло и сколько времени? Время-то 10, да, уже? Вот трубы, все. И у меня осталось ровно минута 34 в памяти. Больше нету. Вот она, это наша белая машина.